Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Готика. Ой, Готика, GTA 5. Патриция! Патриция! Миссис Мадразо! Миссис Мадразо, Тревор, я скучаю по тебе и по всем вам, ребята. Вау! Я тоже скучаю. А ребята, за них я говорить не могу. Вы хорошие друзья. Все не так просто. Вообще-то с Майклом мы не разговариваем. Старую дружбу так просто не разрушишь. А как ты, Мартин, заботится о тебе? Он здесь. Мне пора. Блин. Ладно. Давайте-ка посмотрим. Ой, я твою ж мать, я в центре жопы какой-то. Ладно, предположим, допустим. А где у меня миссия какая-нибудь есть хорошая? Нет. Ладно, давай-ка ты пока сам добирайся, как хочешь. Я пока стану вот этим телом. Посмотрю, может, у него что-то есть. Ну, кстати, недалеко. Вот смотрите, в принципе, все в одном месте. Просто разные судьбы у людей, которые сходятся в одну линию. Да, сложно немножко представить, конечно, но... С другой стороны, ничего сложного. Так, а здесь? Здесь я с парашюта, да, где прыгал? Убивал. Эй, Май! Майк, это Франклин. Я слежу за архитектором. Ладно, только не облажайся. Следуйте, добудьте проект. Да, это вот, где я убил-то это. Завалил, отстреливал-то нахрен. Опять на стрельку пришел. Причем уже, ну, опять же, он пришел. Давай. Что? А, каску, давай, молодец. Умница. Эй, дубина, без каски сюда нельзя. Да я уже понял, я уже одел, все. Я с тобой совершенно согласен. Техника безопасности превыше всего. Ну давай. Давай наливай. Поговорим. Это он уходит там, да? А, слишком близко к архитектору. Все понял. А я чуть его не хренакнул. Вспомнилось просто уборщик. Давай. Вон на том лифте и поднимался. Отстреливал здесь людей из винтовки. Очистил когда местность, тогда уже только и зашел. Ну так-то, конечно, можно из пистолета с глушителем там похреначить. Давай, ты в первую зайди, а я во вторую. Поехали. Смотрим. Куда будем смотреть? Красота! Твою ж мать. Я не собираюсь им жопу подтирать. Да это есть планы инженера. А с моими обращаться... Вау, кстати, вот эта сетка защитная, да. Очень хорошая. Жаль, что у нас в России эту сетку не используют в строительстве. Для предотвращения. Чтобы кирпич на голову не упал, и чтобы человек, допустим, не свалился. У нас не используют. Ну, смотрите, зато какой вид на горы. Блин, ни хрена себе, сразу третья звезда. Вы охренели, что ли? Вниз. Мать твою. Баю, баюшки, баю, где же носит, мать твою?
Поехали, поехали, поехали. Да подождите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сваливаем. Вон, к буквам едем. Дай бог пронесет. Давай, 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 едь, едь. Надо выезжать из города, по идее, вот там вот они хрен тебя поймают. В этой прерии. Буду там, бля, как Чунгачкук прятаться. Большой змей. Давай. Аж все глючит нахрен. Твою мать. На дорогу не выезжаем. Все. Скрылись. Итак. Да спокойно. Тихо, тихо, тихо. Вот так. Блин, камера произвольно меняется. На. Твою ж мать, надо броню как-то повысить в этой тачке. Давай, 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 наяривай, гитара семиструнная. Что там, половина вверх поднята, половина нет. Сюда, потом сюда и немножечко вот так. Да, я листать мостак немножечко, давай чуть-чуть. Блин, смотрите советские фильмы, реально будет гораздо интереснее, чем все эти, кто они там, Человек-паук или как их, блядь, Мститель называют. Блин, фильмы. Да, так. Да ёрт твою мать-то! Даже здание не прогрузилось. Ну? Надеюсь, когда я выйду, машина будет в целости. И сохранности. Давай, поднимайся. Спонсор нашего показа Левин Браун. Правильно все сказал? All good? Sure, все в порядке, конечно, чувак. То есть мы грабнем ФБР, твои парни дадут. Чувак дадут. По шее не дадут. Лестер, что у тебя? I don't quite know yet. Give me a minute. I'm not a fucking computer. Oh. Или? Или? Oh, maybe I может ли компьютер? Here's what I think. Так вот, что я думаю. Есть два варианта. Новая охранная программа переходит в режим сдерживания при особых случаях. Ну, там землетрясения, оползи, форс-мажоры разные. И мы сможем заложить зажигательные бомбы. We hijack it, show up as firemen, and then we grab the containment drive. Or
Второй это вариант. Какой? Можно взломать систему на месте. Надеюсь, сильное сопротивление не встретим. Нормально. Или взрыватель контору с психопатами-взяточниками. Или взламывать одну из самых сложных в мире охранных систем. Ниндзя недолепаны. Ну, банда. Пожарная станция, так. Containment drive option, you'll go in with that janitor's ID you picked up. It'll be at night when most of the workers are off. You mop the place and plant the bomb where you need them. Удостоверение уборщика, чертежи здания, а выбрать план. Yeah, yeah, you really do. They'll clock you on the cameras if you're play acting. А как можно выбрать? You also need a fire truck to show up in when the bombs go off and to get. What about the other way? Так, побудьте недоделанным ниндзя. Как насчет... Так, если выберешь этот способ, не надо будет выдавать себя за уборщика, но нам придется попотеть. Не, давай-ка вот это. Взлом. Вот это. Я думаю... Вот это возьмем. You'll need a hacker, a gunman, and a driver. The hacker won't come in with you, but they'll help you break the system, talking you through the process from a remote location. Вот ее и возьмем. Я даже спорить не буду. Дадим бабе заработать. Выбрать. They did good, Evangelico, remember? I don't know how long it'll take you to get into the network. Да, этот уже у нас был. Конечно, его. He's my go-to guy. Все так, это у нас что, вождение, самообладание. Давай. Сойдет. Набрали команду. This is a protected federal building. Are you absolutely sure that this is how you want to take it? Вот сейчас будем хреначить здесь. Подтвердить. And we have a winner. I'll make the arrangements and call you when we're ready. Раз мы все утвердили и все у Тревора. Надо греб твою мать Тревора сюда. Это психопата. Проект интересный, но я не уверен, что мы сможем провернуть дело без сам знаешь кого. Ну, главное, чтобы он не мог провернуть его без нас. Вот это точно. Вот это будет кидалово на высшем уровне. Тем не менее, ладно, пойдем к нашему другу. Это друг же все-таки наш, все-таки остается другом. Давай. Верю, все простят и все поймут. Ангелы, ну зачем пронзает сердце боль? Стрелами предали любовь, ну что же мы сделали? Господи, я еще и песни знаю такие. Сам в шоке от себя. Так, ты у меня затарен по полной. Так. Так. Где ты у меня, падла? Что-то я не вижу тебя. Подожди минутку. Вот. На. Давай. Едем в соседнее село на дискотеку. Едем на дискотеку со своей фанатекой. Так, стой, что-то я не понял, что за лес там. Начинаем, лес там. А, в смысле, это мне сообщение пришло, все понял. Тихо. Вау, полиция, смотри, спьем за рулем. И еще на красный свет. Кстати, в Америке это серьезное правонарушение. Папочка, у меня проблема. В чем дело? Деньги, наркотики, твоя мать? Меня преследует какой-то парень. Кажется, он что-то задумал. Конечно. Ну-ка, сейчас нахрен. Где ты? Okay, wait there. Ладно, жди меня там. He's been following me in my car, so let's just drive around and you can talk to him when he shows. Oh yeah, we'll talk. Мы поговорим. Где эта пада? Сворачиваем, поможем дочери. Сейчас мы ему нахрен орехи-то отрежем к херам. Сделаем его легче на 20 грамм.
Или сколько там? Ну-ка, давай. Господи, докапываться до дочери маньяка, который убивает в городе налево и направо. Вы что, идиоты, что ли? Я же почти что Дон Корлеоне нахрен. А вы тут, блин... Вот нахрен! Все нормально проехал, тут этот дебил, блин. Шары долбишься, что ли? Машину Трейси, хорошо. Сел. Let's go find him. I last saw him around the corner. Hawaiian snow. Давай. We're looking for a guy in a purple convertible. I don't remember what make. Okay, I'll keep an eye out. Thanks, Daddy. Сейчас мы его прищучим, этого говнюка. I mean, other than giving you money, put roof over your head, speaking to guys who ridicule you on TV. Что? Он здесь? Нет, здесь его нет. Давай. Не ссы, дочка. Мы нахреначим его. Я не дам тебе стать порнозвездой. Так что не расстраивайся. Всех захреначим, перестреляем. Ты его видишь? So. Не думаю, может, поищем его где-то еще там? Ну, давай. Без проблем. I was signing autographs at the expo. People want to meet you after that video on Fame or Shame? Yeah. Видишь его? We found this prick. Мы нашли этого хера? Нет. Окей. Сейчас мы тварину эту вычислим. Доча, не беспокойся. Мы ему все орешки отрежем к херам. Где-то рядом? Фиолетовая тачка. Остановите машину. Ты убил его? Конечно, я убил его. Пошел он нахрен. А сейчас, доченька, смотри, чем папа твой занимается. Опа! Давай. Не беспокойся, мы сваливаем. Твою ж-то мать-то. Давай. Опа. Встречка-то свободна. Вы этого, конечно, не ожидали. Ну, я-то знал. Куда нам куда-то заезжать? Зачем? Вот так. Хоть раз с папкой на работе побудешь. Узнаешь, каково мне. А вот здесь мы дом сносили, твою мать, этого гребаного. Какая-то вторая серия была у нас. Не могу поверить, что ты это сделал. В смысле не можешь поверить? Ты думаешь, что я плюшками торгую, что ли? Че ты?
Я не какой-то там жалкий наркоторговец, нахуй. Я, можно так сказать, как сказать, мафиози. Я же тебе сказал, я почти дома Корлеона. Роллс-Ройс, господи, это моя мечта. 47 миллионов, хотя жрет много. Что-то я не понял, почему звезда-то? Малышка, давай взрослеть уже. Да, я не совершенствован, но я люблю тебя. Не хотела, чтобы я его убивал. Like I try not to think about exactly what aspect of your creative expression enabled him so much. Okay, that's right. Denial kind of works for me. Good. That's my girl. Ну, давай. Now, please, try to make better choices. Давай. Pop, I think the cops want to talk to you. Отвернитесь от полиции. Да вроде не преследуют меня так сильно-то. Сейчас сама потеряется. Я вот сюда спокойненько так выйду, так вот поеду. Да уж давно должна сирена-то перестать работать. Не знаю. Звездочки-то сколько надо времени, чтобы звездочки спали? Давай, ехай. Оторвался я уже от полиции давно. Опа. Давай. Оторвитесь от полиции, как будто они меня там преследовали все свои массы. А вот здесь вот у меня должна быть тачка моя. Где вот она нахер? You think I'm gonna cash out? Кстати, Солстому тоже надо было тачку купить нахрен на этого сыну-то. Так и не купил. Thanks, Daddy. Bye. I'm glad I could use my paternal rage productively for once. Спасибо, папа, пока. Да, конечно. Так. Ну, это второстепенная миссия. Я обязан был ее просто выполнить, иначе бы я себе бы не простил бы это. Ладно, едем на букву С. Так. А вот дружила бы ты со мной с самого начала, у тебя бы была бы тачка прокачана, броня бы стояла, турбонаддувы. А сейчас она у тебя разбитая нахрен, вон, смотри. И столбы говно. Даже машину установить не могут. Так. Соломон Гранди. Столько тачек крутых. Ну, мне понравилась тачка Джеймса Бонда. Заходи. Я что-то не помню. Ты что, у него ночевал, что ли? Папа, телепортер, рад тебя видеть. Какого хрена? Парень, ты хорошо сработал. Я не понял, за тачки-то рассчитаться надо? You're like my spirit. Ты теперь у меня вроде брата. Where's Solomon? Где Соломон? Он добывает негативы, пленку, или как там называется, хрень. Последний динозавр. О чем ты вообще? Смотри, съемки почти завершены. Так что в случае их отмены, инвесторы, то есть мы, получат огромную сумму по страховке.
Короче, он хочет навернуть фильм. Вот что за падла такой из-за денег навернуть искусство? Искусство — это то, что ты не сможешь создать уже никогда. Но тем более, учите, посмотри, пальцем тыкать. Там фотография была, вон, позади него, с Оскарами. Как можно такое упустить? Если фильмы действительно хороши. Мистер Ричардс, не переживайте так. Ты хоть когда-нибудь был человеком? Слушайте, раньше люди были, а сейчас? Сейчас им нравится снимать на свои телефоны. Не вините меня. Я очень духовный человек, мне очень жаль, что так вышло. Да ни хрена тебе не жаль. Вот ты! Вот искусство. Твой интерес к искусству, это вот, допустим, я не знаю, там, Анджелина Джоли, там, Дженнифер Лопес, девятиклассницы, квантовая физика, микробы. И потом твой интерес к искусству. Вот на таком уровне, пипец. За плинтусом не видно. Так что не надо мне тут лепить Горбатого. Майкл, можешь сделать что-то? No, he can't do anything, pal. Но зато смотрите, кстати, как интересно получается. Если смотреть мои видео с первого по, ну, все, если вы авторизируетесь, потому что там есть 18+, можно посмотреть всю историю вот этой хрени. Как это все создавалось. Ну и может быть, я не знаю, самому захреначить так же. Я вот эту возьму, белый. Блин, жалко, что музыку не могу включить, которую, как сказать, хочу я. Ну, авторские права и все такое. А сейчас бы включил бы что-нибудь. Ария. Ангелы неба. Да. По-моему, Ария, да, ангелы неба, Ария. Либо Арктида. Все имена. I'm producing the goods. Неважно, ведь главное лица. She's got a police escort. Не понимаю, что про полицию? Он едет в личной ангаре, а это в аэропорту работает на меня, так. I just want to get the film back before she does anything rash. Я что, самолет должен вывести? Я, кстати, не удивлен, что все ж... А, да. Мы же еще не сделали самое главное дело, поэтому я еще жив. Поэтому они меня не трогают, падла. Slow down and use your brain. Fun time is over. На. Вот это случайность. Ой, ну не надо меня за такую маленькую провинность. Ходила там какая-то шлемба. Что теперь меня хорошенького под статью подводить? Игорную. Твою ж там. Что у тебя тут случилось? Ни хрена не вижу, куда еду. Пипец, блин. Ёб твою мать, детализация и конструктивизация. Мне надо было по низу, да, хреначит? Ага. Вот так вот даже. Ладно. What's she doing? Сумел. Мою машину даже там никак не воспринимают, то что она на дороге разбита валяется.
Не понял. Молли сбежала. Ладно. What's she up to? Так. А, вот я дошел до того момента, и она сбежала. Все понял я. А мне хрена ли этот вертолет-то? Я думал, а мы здесь будем горцевать. Ладно. What's she doing? О чем она думает? Так, теперь я понял. Так, предположим. А хрена ли ты тормозил-то? Ебобо. Неважно. Что-то я не в том отсюда ввязался, видимо. Ни хрена там гонщик сидит нахуй. Давай. You're playing chicken? Господи, что мы творим? Stop the car. Кошмар. Stop your car now, твою мать! Ладно. What's she up to? Надо просто ехать за ней. Нет, вставай. Хрен там тебе, а не камера. Ты к турбинам лезешь. Michelle, you're endangering yourself and my fellow officers.
Say it like it is, pal. She's totally flipped. You want to take a plane full of tourists with you? Так. Машины ушли. Ну, вроде немножко осталось там. No! Вот так. Мы защитим вас, только остановитесь. Два раза. Как бы я ни ехал, она всегда будет впереди. Вот в чем проблема. Вот. Давай, беги! Он хочет убить меня. On the floor, lady. On the fucking floor. Clear the hangar. Ага, что таки сюда? Ау, кого в мясо переработало? Уйдите от полицейских. Ну-ка, давай. Давай. Садимся в машину. Сваливаем. Пока вроде нормально еду. Куда, правда, еду, не знаю, но еду же. Сюда. Аккуратненько. Твою ж мать, вертолет это самое опасное. Для него преград нет. Бля. Опять влетели нахрен. Я думал, там подземелье, бля. Так. Вау, как мне повезло. Подземный гараж. И, блин, давай, родной.
все? Выполнено. Ну давайте еще одну прекрасную миссию бабахаем. Она, кстати, недалеко от нас. Хотел, конечно, за Тревора, за маньячину из этого сыграть. I loved you once, Tony, but there's nothing between us. Ну давай. Now that I know you prefer dictation. Блин, а бабу-то все-таки смолола. Самолетик в турбине. Какого хера подходите близко к винтам, к турбинам? Идиоты. Тут череп смотрит винтом вертолета, тут, блин, в турбину засосет там. Фарш. С другой стороны выходит. Вы что, идиоты, совсем своей жизни не экономите, что ли? Сохранились где-то или что? Вот, кстати, это я здесь же обитаю, а там полицейский участок через дорогу. Твою ж мать-то! Охренеть, а я раньше даже не замечал это. Ладно. Okay. Can you invite my family? They can finally have something to be proud of me for. Давай. Of course. It's already on its way by courier. All right. Shit. I'll get ready. It was an American horse, нет, вот, by the way. Через дорогу за полицейский участок. Obviously. Давай. Не понял. Ну-ка, давай-ка. Ты там вроде добраться уже должен был. Ох! Ёрш, ты что, я не поймал я... Ничего. Посмотрим, чем ты занимаешься. Так, понятно. Стоишь, думаешь, как бы оружие... Либо наркоту перевести. Хорошо. А у тебя есть задание вообще? Задание я не вижу. Ладно. Тогда вот тебе пойдем посмотрим, чем ты занимаешься. Ты в своем доме, в шезлонге, правильно? Или нет? Ну отдыхаешь же, падла. Черножопая. Давай. Хорош тусить. Пора покупать. Как отсюда? Отсюда надо как-то на второй этаж выйти сначала. А вот. Вау, у меня тут джип даже появился какой-то. Или это не мой? Или это у меня кто-то в гостях? Так, тачку на прокачку надо. Вот как только появится поблизости, сразу же. Да, так, кстати, смотрите, чистые улочки. Спокойно. Поворот. Вот новый поворот. Давай. Сейчас сюда. Потом туда. Так, киностудию я не могу купить, да? Это потому что не моя мечта. Почему не могу купить, чтобы потом подарить? Только Майкл может приобрести это имущество, потому что только ему это интересно, да. Я и не сомневался.
Ну, я должен был попробовать. Не вижу, что у тебя помеха справа, мать твою. А я здесь по главной еду. Да у тебя правила не знаю, я знаю правила, просто не хочу соблюдать. Опа. И я выехал. И я в дамках. Уйди. Я вижу. Вижу. Чуть подальше, подожди. Вот сюда. Блин, я вроде на этой тачке сюда заезжал. Там броню вроде не ставят на нее. Либо на тачку на эту броня не ставится, либо на эту. Здесь не ставят броню. Ну давай. Смотрим. Так, ремонт, броня. Тормоза. Бамперы. Давай, передний бампер. Задний бампер. Двигатель. Глушитель, да хрен с ним. Решетка радиатора. Капот. Клаксон. Цвет неона. Какой? Лайм, желтый, золотой дождь. Нет, оранжевый, нет, красный вообще бесит. Розовый пони, ярко-розовый, фиолетовый. Давай фиолетовый. Номера. Вот так. Да. Самое главное, броню прокачал. И тормоза. Все остальное побочные эффекты. Стой. Раз уж мы здесь. Заходь. Tool up, homie. You in the right place. Давай. Твою мать! Так. Патроны. Понятно. Патроны. Так, понятно. Понятно.
Понятно. Well, the breakdown of society is inevitable, friend. Hope you'll be ready. Хорошо, это очень хорошо. Так. Улучшенный прицел. А, подожди. Блин, 900, мне слишком много, ладно. Ага. Ой, да это мне нахер не надо. It ain't the size of the gun in the fight, it's the size of the you know what, fuck that, it's the size of the gun. Так. Так. Это у меня есть. Это у меня есть. Это у меня есть. Oh, swing that buddy around, huh? Что-то я не понял. Swing that around? People will not mess with you. Ладно. Затарился, так скажем. Ты же, кстати, самый из них маньячина, твою мать. Вот сюда мне. Давай. Я думаю, то ли день сурка посмотреть, то ли один дома. Да, какой-нибудь интересный фильм. Хотя я говорил, да, советские фильмы, ну такие, как Тримбита. Там Кавказская пленница. Свадьба в Малиновке, это я смотрел недавно. Ну давай. Надо, конечно, давай. До правительственного здания доберитесь, доберемся. Давай, 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 давай. Блин, ну шевели колготками. Мать твою. Agents Stevie cleared the news building in Palomino Highlands as a base for this op. Fuck you! All right, now let's roll on this thing. Why are you so chipper? Say, why are you so miserable? Must be an age thing. Great. Yeah. Now there's something to look forward to. What's the plan again, man? And please, let it involve Green someone sue you for being so goddamn miserable. Oh, what is this? Pick on me day? Look, а у меня только фара побита, у меня вот есть броня, нахрена она нужна. Чтоб машину не калечить. Один раз потратился и потом, блин. На все время тебе хватает. Rich, white Michael, poor Michael, who robbed banks for 10 years, then got his slate wiped clean. Yeah, yeah. Давай, вроде правильно едут. Whose homies get into shit with the FIB out of the kindness of their own heart. Put their necks on the line. Опа. Man, where's my get out of jail free card, motherfucker? I'm sorry, okay? Опа, да опа, такая вышла жопа. You're a real easy dude to identify так, with, man. Екатеринбург надо съездить. Poor me. Poor me. Man, poor me. Просто drink, погорцевать там. Okay, okay. Теперь мне позаниматься. I can see. Maybe I've been a little caught up in myself. A little? Just give me the plan, okay? All right. Here's the shot. Так, ладно. We're taking a chopper up to altitude, jumping out and climbing in through the bureau skylight. We hit the computer system. That might take a while, so we gotta hold off any resistance. Once we're in the system, we download the files. Chopper picks us up. Hey, that was real simple, wasn't it?
I'm informed now, dog. So you want to wallow in some more of your self-pity? Get another free therapy session? Actually, now that you mention it, ладно. Hey, fuck you. Honest and angry. This is some of the best mental health work I've done in years. Не буду спорить с путеводителем пока что. Trust me, you gonna pay for that shit. All right, we're coming up. Chopper pilot, gunman, driver, and hacker should be ready. I'll radio in. Guys, are we ready? Waiting on you. This place is with the creeps, Holmes. Same with the Sved pilot. Так, ребята, all right, I need IT outside the FIB building. Ready for the cyber part of this op. I'll be on standby, boss. Спокойно. Вот так, заехали. Hey, here we go, man. This is on. Вооруженный, да, не то что до зубов, да, охренеть как. Просто наглость. All right, you're Haynes's pilot, right? И мы туда заходим. We gotta wait until it's late enough, then we move in the chopper. Так, ладно. Что делаем? Если хочешь делать сам, то, пожалуйста, я сяду за штурвал, потом, когда ты прыгнешь, сядь в вертолет. Мы летим? Да, мы летим. Твою ж мать, подождите. Летите к зоне прыжка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я, конечно, понимаю, что сложно управлять самолетами и вертолетами, но нахер вот это вот. Там-то одна тангетка, которую тянешь. А здесь две руки используешь, что что? Лево-право. Вираж. Повернуть. Хрен. Ну, с другой стороны, я уверен, можно обоссаться от радости. Так. Everyone's being paid on this run, except me. But it ain't great money for the crazy target you're drawing on your backs, and there's a good chance this thing won't work at all. I took the job. I knew it was gonna be like that. Hey, look down there. Lester wasn't kidding, homie. He tore the joint. Yeah, makes me think like he ain't got faith in his own crazy plan. So, in short, thank you for your efforts. It means a lot to me. I picked you guys out especially for this shit show. So take something from that, if you will. There'll be more scores down the road, maybe a big one, and sunnier days ahead. But this is where we are right now. So let's try to survive it and achieve our objectives. We stick together, we might not die. That's what's getting me through this. All right. When you say jump, I'll jump. Насколько высоко надо подниматься, твою мать? Hey, come on, grab the stick. Давай, бери управление. You ready? Are you? Давай, твою мать, ты смеешься. Дышать-то едва могу на такой высоте. Так, ладно. Блин, ладно, жаль, что ты не пап. Нахрен, там-то попроще было бы. Понял. На крышу ФБР. ФРБ. Ха-ха. Буквы поменяли. Все понял. Включить запись.
Я подлетаю. Твою ж мать! Ну, предположим. Окей. Допустим. Я могу вообще здесь выйти? Ха-ха! Видимо, они это тоже предусмотрели. Твою мать, половина хп, бля, ушло. Давай. Открываем. Пошли, дружище. Присоски. Все нормально пока. Супер. Лучше, чем на лифте. Твою мать. Доберитесь до серверной. Room sealed. Заперто, оставайтесь в своих местах. Hey, here you go, dog. That's a nice weapon. Good people bring the right tools for an occasion. Let's get ready for the security team. Давай. The alarm's been tripped. Сигнализатор сработал. Ну а как без этого-то? I'm looking at the terminal. Programs are on your cell phone. Все программы у тебя в мобиле. They better be. Буквы поменяли, да, чтобы не нарушать, конечно, и не оскорблять ФБР, да? А, я должен, да? Your cell will show as an external device. Внешнее устройство, да. First, run Hack Connect. It'll establish a connection with the servers. Concentrate. You gotta find this terminal. Так, соберитесь, вы должны найти IP-терминал в этой машине. You're looking for the IP address. That number at the top. In the massive numbers in the middle. Блин. Дает твою мать. Блин, а как это делать?
91-33, ну давай. Восемьдесят пять, 84. Не вижу. Вот. Где-то тут было только что. Okay, connection what? Established. Now to take down the firewall, run bruteforce.exe. Блин. The program will expose each character of the password as it tries different encryptions. Select them quickly, because they won't be active for long. Окей, looks like we're мы вошли. Скачивание файлов нахрен, блин. Okay, people, we're rewriting history. Аж нервы на пределе. Hear that? We gotta hold them off while this thing completes its process. Hey, we'll prepare. I'm gonna stay here. Chopper ASAP! Get all over the building! Столько людей погибает из-за какой-то, господи, бумажки из поедины. Motherfucker! Check the door! Here's our lift! The process ain't finished yet! Entry points. Hang on, guys. Get it out. Pop these motherfuckers. Hey, stay there. Cover that. Так. Кто где остался? Don't want to fight. Just information. They're on top of us. Вертолет ФБР на нас затек так. Готов, открыть огонь. Опасно. В меня попали. Ситуация выходит из-под контроля. Так. We got a backup plan. Use the harnesses. Rappel from a few floors down. And shit! The gas is out! Get the whole smoke, people! Блин! Guys, okay. Come,
Хотел как лучше получилось, как всегда, нахрен. Ладно. Давай. It's underway. We need that chopper ASAP. Get her over the building. Вот так. Download complete. Get the device. Все, давай, 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 бери. About time. Давай, 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 давай. Got it. All right, people. Сваливаем. Let's get the hell out of here. Давай. Coming through! Get on the floor! Where you going? What are we doing with this guy? Как мы с ним поступим? У нас нет времени сделать что-нибудь. They moved to this room, get clear! Moving! Moving! А вы как хотели-то? I got this door! Dude, body, let's move! Давай, 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 давай. Hold on, I hear something in the stairwell. Opening. Here we go. You're in our way. Hey, let's move. Hey, we got a problem up here. Sprinkler system.
Can't see anything. Man, can I have to shut it off? Давай, Call of Duty вспомнили. Let's go. Hey, you gotta see this. Так, черт. Вертолета нам не видать. Ладно. Он не выжил. Ты уверен? Может он? Наверняка не выжил. Чего умнишь? Ну, сваливаем отсюда нахер. У меня, кстати, парашют есть. Ладно. Так. Так. Давай. Push, people. Где тут? Corrupt ass bitch. Moving! Get out of here! Through here! Так. We low enough? Нормально. Мы достаточно сойдет. Ладно, давай. Что происходит снаружи? Подземные подразделения, воздушные подразделения. Сюда стягиваются все силы. Не знаю, можем ли мы от них отбиться. Они смогут прибыть сюда в любую минуту. Уходим отсюда. Ну, конечно, сваливаем. It don't look like they're for us. Not yet, at least. An air unit CD on the side of the building. Look out, guys. Ah, crap! They got a bird! Черт, у них вертушка, ничего страшного. Go! Еще разок. Вот так. Fix the rope there, and we can get down to the street. Теперь что? Gotta go. No shit. Еще одна. Unless you're feeling at home in this fair building. Hey, you wanna side with Trevor? Feel free. Man, I was just fucking with you, dog. Let's do this shit. Все, спустились. Ну что ж, сваливаем. Man, I don't see the drive. Я не вижу водителя. Come on. Я буду водителем. Oh, it's the ambulance. Move. Давай. Садимся в скорую. Так.
Оружие не применять, пусть думают, что мы настоящие. Понятно. Давай, Пилюлькин. Возможно, нам еще удастся спастись. Конечно, удастся. Окей, мы lost, Frank. We're meeting Lester at your place. Пулемет, вещь, пулемет. Hey, that was a good call. Если на миссии убрать. Итак, наши данные постерты. Все. Мы теперь безвинны. Какого хрена? Спрашиваться. Oh, now we're clear. I could probably say I never expected to make it out of this. Свернулась игра. Yeah, sure, man. We had it covered. Oh, really? It was covered, was it? Yeah. Давай, давай, осталось немножечко. Приедем второго. Yeah, we had a plan. Hold off the nastiest team of crooked FIB agents in the country while the last of the baby boomers pretends he's a hacker. Come on. It was hope. And then when вот the chopper crashed, дорогу, oh, man, I thought there was no fucking way. Why do you think Lester burned down the business? Hell, why do you think I'm doing it for nothing? And these clowns are getting paid? My cut's going to the kids' college fund, if that's any consolation. A couple more scores, they're taken care of. And I can think about getting out of the game. Yeah, hey, good luck with that. You sure to hey, man, tell him you messing with him, Mike. Hey, I was semi-sort of serious, but joking once you reacting like that, all right? Chill out. Look, man, he was just messing with y'all. It's his great sense of humor. The FIB people who put us up to this, they probably gonna pop him anyway to clean up loose ends. And if they don't, he got a homeboy named Trevor that probably will. Блин, that's a good point. Какая неповоротливая машина. I ain't gonna have the time to spend it, so enjoy. Eddie, the place is up here. Can you ditch the vehicle and drop this guy where he wants to go? I'll take care of it. Выходим. Все, дома. Справились. Еще немного, я бы твой дом поджег. У вас получилось. Мы справились. Теперь данные наши улетучились. И мы чистые. Давай, вот, давай, выпьем. Лицемерный старый ублюдок. Грабитель федералов. Да. Здорово все, конечно, прошло. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока! Вау, какая тачка-то у меня крутая. Прокачал все-таки, ёб твою мать. Ну-ка, давайте послушаем. We hit the bureau for you, мы взяли бюро, Дэйв, я тебе ничего не говорю. Да, не должен, встретимся в центре. Все, Дэйв, выхожу из игры, прямо сейчас. Я уважаю твое решение, ты же знаешь, я пытаюсь тебе помочь, но то, что вы с Тревором нарываетесь на Мерведер снова и снова, это очень мешает. Это дело Тревора. Да мне все равно, чьи вы натворили глупости и не сказали мне. По суд мой офис, да? Ну ладно, я приду в центр. Черт. Ну все, пока. На!